Тоже, да, для отшлямку. Крахмал. А, крахмал, да. Крахмал. Отшлянфу – национальное блюдо Дунган. Представляет собой лапшу с кусочками крахмала. Готовится во многих азиатских странах. На постсоветском пространстве наибольшую известность получил отшлянфу, приготовляемый в городе Пржевальский современный каракол, административном центре Иссык-Кульской области Киргизии. Рецепт каракольская отшлянфу. Овощи помойте, почистите и нашинкуйте мелкой соломкой. Зелень также мелко нашинкуйте. Овощной набор для заправки готов. В подсоленной воде отварите лапшу до готовности. Пока готовится лапша, приготовьте омлет. Смешайте яйца с молоком и солью, хорошенько взболтайте. Вылейте заготовку на сковороду и приготовьте тоненький омлет. Остудите и нарежьте соломкой. В идеале в блюдо нужно класть широкую лапшу из рисового крахмала, у меня ее не оказалось под рукой, я использовала тонкую. Замена, конечно, не идеальна, но к блюду подошла. Залейте ее кипятком на 15 минут. Когда подготовлены основные ингредиенты, приступим к подготовке заправки. Для этого на раскаленном масле обжарьте все овощи, буквально пару минут. Добавьте уксус, соевый соус и специи, потомите пару минут. Вот Киргизия, да, Покровка, и вот где кушать надо в Киргизии? Да везде, где кушают местные жители, и вот это у нас отшлямфу. А что здесь, вот, что как бы входит туда? Здесь крахмал, перец, тесто, суп, похоже на дунганское. Дунганское? Это дунганское, наверное. Дунганская кухня, да? Вот просто прижилось, да, к нам? Смотрите, они корни, наверное, уходят. Ну, все-таки китайские где-то корни, да, малых народов Китая каких-то окрестностей, да? Да. Потом попробую открыть, сейчас немножечко. Николай, как тебе отшлямфу? Хорошо. Очень аппетитное, слегка острое блюдо. Холодное подается. Охлаждает. Ну, колоритное, конечно. В Средней Азии вместо холодной воды пьют зеленый чай, который утоляет жажду и запускает процессы энергосбережения. Маленький глоточек, вот нужно вспомнить, как пьют аксакалы, да? На выдохе мы можем почувствовать, как энергия и тепло чая опускается вниз живота. Такой идет легкий приход, и никуда не торопимся, пьем зеленый чай. Вот путешествие по Киргизии, после ночевки в юрте, пьем зеленый чай. А теперь посмотрите, какой прекрасный вид, небо и просто какой портал. Путешествие по местам силы Иссык-Куля. Озеро Иссык-Куль в Киргизии пользуется большой популярностью среди туристов из разных стран. Кто уже побывал на берегу озера, знает все прелести отдыха, и они без сомнения ждут следующего лета, чтобы окунуться в чистейшие воды Иссык-Куль. А для тех, кто еще только рассматривает отдых на Иссык-Куле в Киргизии, но колеблется, мы вас приглашаем на международные летние сборы на берегу озера в Киргизии. Кстати, в Советском Союзе многие спортсмены проходили акклиматизацию в горах озера Иссык-Куль.